Привет, бро, с тобой Воблер, и успей поставить лайк за 3 секунды, если ты знаешь хоть одного супергероя. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что успел поставить лайк. Обязательно напиши в комментариях, какой твой любимый супергерой. Может быть, это Человек-паук, может быть, Супермен, Флэш или Халк. А сегодня мы с тобой поиграем в новую игру с Play Market, которая называется The Superhero League. Лига супергероя. Мы с тобой поиграем за каждого супергероя. Здесь в игре их 7 штук. За каждого супергероя есть очень много уровней, которые мы с тобой будем проходить. Также у супергероев здесь в игре есть скины. Но я думаю, что скины — это бесполезная штука. А вот уровни проходить будет довольно интересно и забавно. У него есть способность как левитация. Он может поднимать вот бандита и бросать вниз. Таким образом мы проходим уровень и зарабатываем 3 звездочки. В принципе, круто. Тут уже у нас 2 чувака. Берем одного и скидываем на другого. Все, ребята, 3 звезды нам, конечно же, обеспечено. Дальше проходим. Ящики скидываем. Давайте на врага скинем ящик. Это бандит. Тыщ. Напиши в комментариях, ты бы хотел вообще иметь какую-то такую способность? Вот, может быть, невидимку. Может быть, ты хотел бегать быстро. А может быть, я не знаю, способность видеть будущее. Короче, вот это наш чувак. Давай мы его спасем. Вот где-то положим внизу. Пусть лежит. Аккуратненько положили. Это у нас пленник. Потом мы с тобой поднимаем вот этого плохиша и бросаем вниз. Отлично. И мы с тобой, конечно же, проходим уровни. А что мы? 2 звезды? Почему 2? Я же хорошо играл. Это какой-то очень плохой. Это супергерой, который перешел на темную сторону. На, получай ящиком по голове. Так, давай берем ящик и берем вот так вот бросаем на врага, смотри. Сверху. На, получай. Отлично, 3 звезды. Давай еще ящик скинем. Неплохо. Вот враг. Я не знаю, почему он даже никуда не убегает. Но уровни очень легкие. Я могу просто взять вот так вот и кинуть сразу на двоих. Давайте повыше поднимем. На! Минус 2. Даже минус все 4. Вообще круто. 3 звезды проходится. И что нам делать? Я не совсем понял. Мы можем вот просто взять так скинуть. Ну, как бы мы прошли, как вы видите. А тут как нам разобраться? Ага, и с этой стороны можно, смотрите, вот сюда, и он падает. Бамс! Забиваем гвозди, ребята. Ну что ж, давай еще разочек уроним этого персонажа, потом уже с тобой поиграем. На! Куда-то закинули. За Бэтмена или за ниндзю. Что это за чувак такой, я не знаю. Проходим дальше. Нажимаем крестик. Вот сколько мы уже уровней прошли. Смотрите, 11 уровней. Легкотня, конечно же. Второй супергерой нам открылся. Это вот этот супер-ниндзя. За него пока что у нас 0 уровней. Но мы, конечно же, сейчас попробуем пройти. Это первые уровни, ребята. Понятно, что они легкие. Давайте ему в коленку. Получили 3 звездочки. Можно этого сбить, в принципе, и все, он полетел. Эта игра чем-то похожа на игру Мистер Пуля, в которую мы играли с тобой на канале Android Игры. Враг стал на динамит. На, взлетай! Легко, ребята, запускать ракеты, смотрите. Давай еще раз. Но, если честно, за этого героя играть намного интереснее, потому что все-таки у него, ребятки, сюрикен. Давай мы в ногу кинем. Ага. Я хотел как-то, чтобы он упал. Но! Сюрикен — это сила. Тут сложнее, ребята. Надо выбрать траекторию полета нашего сюрикена. Ну, все, залетел он. Хорошо, здесь тоже, в принципе. Да легко, ребята, проходим вообще на изи. Я тренированный супергерой. На, получай. Изи каточки, что это такое? Будем ломать ящики. Он решил спрятаться от нас. От правосудия не спрячешься. Я Воблерику, святой дух, который вселяется в разных супергероев, в разных играх для того, чтобы творить добро. Вот так вот, добро идет к тебе. Так, кнопка. Валим. Легко, ребята. При том, что я не проходил вообще эти уровни и уже знаю, как надо проходить. Проходим дальше. Тут у нас кнопка. Что она делает? А, просто запускает чувака в небо. Ладно, этот супергерой довольно прикольный и смешной. Он мне понравился. Давайте посмотрим, на что способны другие чуваки. Но мы можем просто брать всех подряд и играть, что ли? Этот нам открылся или нет? Да, за девушку какую-то. Посмотрим, что она может. Тоже цель какая-то. Она просто все разрезает. Я в шоке. Фантастик, нам говорят. Представляете? Вот это да.
Мне кажется, что если бы у меня была такая способность, то я бы пошел куда-то на завод резать металл. Ну а куда бы я еще применил эту способность? Пишите, ребята, в комментариях, куда можно применить такой суперский лазер. Ну реально, только металл резать куда-то. Трубы резать. Вот враг мы видим, а ну. Давай просто отрежем, чтобы его накрыло. Мне тоже очень сильно нравится эта способность. Прикольная подруга, смотрите. Вообще чётенько. А, даже вот так оно. Тут мы должны направить лазер, потому что мы с тобой не можем разрезать кирпичи. То есть дерево режем. Смотри, с выстрела сразу всех. На! Вообще прикольно. Да я супергерой, вы плохиши. Так можно в центре, смотрите, разрезать. Вот так вот, и они все упадут на меня. Но так как я неуязвимая девчонка. Отлично, давайте, чух. Опа. Башкой прям. Это было довольно забавно. Так, надо спасти. О, ребята, здесь уже сложнее уровень. Смотрите, здесь уже есть заложник, которого надо спасти, этого бандита. На. Прям раз и минус ноги. Ну, в принципе, все нормально, смотрите. Три звезды, мы замечательно двигаемся. Надо, главное, туда, чтобы залетел мой луч лазерный. Воу! Ну, по идее, он мог и меня разрезать, этот луч. Но мы только что накрошили, ребята, салат такой вот. Помидоры. Это что такое? Можно даже в краешек, смотрите, вот так чук. А, он отбивает? Как он это делает? А, ну просто пусть упадет. Вы видели? То есть он может отбивать мои лазеры. Давай переиграем, наверное. Потому что хочу, чтобы все было на три звезды. Да, падай вниз. Прикольный персонаж. Давай мы здесь разрежем, он упадет. А, надо два реза сделать. Все, ну ясно. Хорошо, давай посмотрим, кто тут еще у нас есть. Этого мы посмотрели. Подруга Супершарп была у нас. Это кто такой? Суперпортал какой-то. И вот этого Бэтмена тоже мы вроде бы смотрели. Посмотрим, на что он способен. Ну, пока что понятно, обучение идет. И что нам делать с суперпорталом? Он бомбочки кидает. На, лови. Лови гранату. Ну, давай под ногами. Ух, улетел вниз. Я его выкурил, ребята, просто смотрите. Ну, получай, под ногами. Изи проходится. Ну, как я и сказал в самом начале, это первые уровни. Они всегда легкие, они всегда затягивают. Дальше каждый уровень будет уже намного сложнее. Тут надо нам спасти чувака, видите, уже не так уже просто. Ну. Куда полетела вообще моя штука? А ну, давай. Ай! Ну вот вам и тяжело, ребята, видите? На себя кидаю. Надо еще силу вот так вот сделать. Я понял. Сейчас пройдем. Ладно, это не считается вот так вот. О, это высоко. Да что же это такое? Что это за уровень? Давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну. Прям отлично. Последним я достал. Одна звезда, согласен. Не хочу переигрывать. Давай, катись. Прям под ногами. А он даже не заметил. Он в стену смотрел, ребятки. Ну тут у нас уровни похожие, мы видим, так, конструкция уровней. Но у нас совершенно другая способность, другое оружие. У нас бесконечная граната. А нет, у нас 4 гранаты, ну, достали. Так а что это за супергерой? У него обычные гранаты, разве он герой? Или он герой, потому что он с плохими чуваками разбирается? Ну такое, ребята, если честно. Но это сложнее, очень сложно этими... гранатами бросаться, потому что надо еще рассчитать траекторию, видите? Да, тут одна звезда, я согласен. Ого, тут надо еще успеть снизу прокинуть. Четкий бросок с первого раза, ну, потому что я красавчик. Хорошо, мы посмотрели этого героя. Что это вообще за спирит? А, это был у нас супер бомб. Бомбы бросает, точнее гранаты. И это супер спирит. Давай глянем, что тут такое. Окей, снова... первый уровень, и что я делаю? Пью. Я не понял, ребята, свою способность. Фу. То есть мне надо какую-то траекторию сделать. То есть он что-то кидает такое непонятное. Но это вообще разрушительно, то, что он кидает. Ага, вот так вот даже. А почему висят ящики? Так, отлично. Но, если честно, не просто так-то разобраться. То есть мы кидаем какой-то предмет.
И еще ему надо указать правильную траекторию. На, вот так вот. Ага, ну я понял, давай на ящик. Ну ящик скидывай. Я понял, непростая механика у этого, конечно, супергероя, довольно сложная, если честно. Надо написать траекторию, нарисовать, написать, и все будет хорошо. Теперь спасти надо. Ну, вот так вот, наверное. Бумс. Ой. Хорошо. Тут надо вот так вот сделать. Не долетел. То есть надо еще определенное расстояние, чтобы от себя было, вы поняли? Ага. Да не просто как. Давай вот так вот. Отлично. И какие-то капельки бросает. Сложнее, конечно, я уже вижу, видите? То есть надо прям на врага указать, вот на ноги. На, его куда-то утащило. В принципе, можно приловчиться? Это... Ты чё висишь? Он глазом держится? Чем он держится? Давай мы вот так вот. На, еще и попали. Ну, наверное, мы все-таки победили. Пока что, ребята, проходим на изи, я вам хочу сказать. Но вот, давай посмотрим с вами следующего героя. Дальше, ниндзю играли. Вот это что за художник? Вот сверху кинем на голову и все. То есть мы рисуем предмет, и он материализуется как-то и убивает врага. И чё мы? Ну, давай мы копье вот так вот вниз. Раз, на! Получай. Он живой! Надо высоту побольше сделать. На! Отлично! Мне дали одну звездочку. Этот сложный супергерой, если честно. Давайте повыше сделаем. На! Чтобы больше было разгон этого предмета. То есть мы с воздуха делаем какие-то предметы, что ли. Прикольно. Мне нравится эта способность, если честно. Давай. Если капелька маленькая. Такая, пю, маленькая скоростная на 3 звезды потянула. А ну давай сюда. Бамс. Ага, надо повыше. Динамит не взрывается. Давай еще. Тыщ. Но. О. Мы прошли на 3 звезды. Ну что ж, дорогие друзья, такие вот были у нас сегодня супергерои. Какой вам больше понравился, обязательно пишите в комментариях. А с тобой был Воблер, оставайся на канале. Обязательно смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока!